Привет, я Яна. Сейчас поговорим о том, как можно быть ниже всех и при этом выше всех. А знаете, когда мы представляем себя ниже всех, обычно у нас это ассоциируется с неприятными состояниями. Это потому, что в нашем мире нам действительно неприятно чувствовать себя хуже или ниже других в чем-то. А вот на практике работы в каббалистической группе получается как раз наоборот. Чем ниже я себя чувствую по сравнению с остальными, тем более я способен правильно и успешнее продвигаться духовно. Чувствую себя ниже в чем? В своей способности быть отдающим, подобным этому высшему закону любви и отдачи. Я начинаю обнаруживать, что существую на самом деле в противоположной природе, вижу ту разницу и пропасть между двумя этими противоположными состояниями. Из чувства этой низкой и ограниченной природы своего эгоистического существования у меня рождается желание достичь высшей природы любви и отдачи. Таким образом, именно состояние своей низости возвышает и приближает меня к достижению истины. До встречи! Напишите еще мне в комментариях, что вы думаете по поводу этого.